безработных. А что он так, я не понял? Сраторе. Сам не врежь. Только выступила. Ну, вообще, кстати, это было крайне тупо. Уже 2400, нифига себе, 2 тонны. А когда 1000 метров весит 2 тонны, 1000. Ой-ой-ой-ой-ой. Дай дорогу. Достав крутить. У тебя есть это самое, есть. Да? Че? Помочь мужику. Сейчас дадим. Остаться, блядь, посидеть с пацанами, пришлось пообещать, что это все. Да ёб твою мать! Она полностью копирована, монарху греческую. Они
твоей команды, почему мама распишется? У тебя новая подпись. Новая подпись? Да, я новую подпись тебе создала. Мне надо было бы... Мама! Блядь! Опа, смотри, смотри на. Ёб твою. Дима, пошли. Пойдем, пойдем. Припиздим. Пойдем вынимать. Да, конечно. Ну, как чудесно. Кого-то запрещали, кого-то пропускали. Но это совсем другая песня, совсем другой фильм. Впервые в Европе появилось движение, которое открыто занимается глорификацией худших из нацистских преступников. Когда я говорю худших, это те, кто непосредственно своими руками убивали и убивали так, как немцы даже не запрещали. На, блядь, долбоеба кусок. Придурок, блядь, пиздец.
Ух ты, ебаный рот, Вася. Да у меня пиздец тут авария передо мной. Охренеть. Этого разъебали, бля. Обострёшь и чуть не задавил. Машина, которая в меня въехала, едет неадекватно, не останавливается совершенно. За рулем то ли пьяные, то ли еще кто-то. Едет неадекватно, не останавливается. Все, пожалуйста. Едет неадекватно. Твою мать! Бронировал, ну? Ебанулся. Так-то можно было сказать, на карточке деньги были, блядь. Ну, Катя, бля, ну они, блядь, берут же пиздец сколько, ёб. Да. Да хотя, знаешь, что... Опа! Ты ебать, да. Thank you.
Чудакай, кого?